премьер-министра с Новым годом, Рождеством Христовым и пожеланиями наилучших. Вам лично здоровья, благополучия вам в семье, но и укрепления российско-молдавских отношений. Большим ожиданием на все вас. Уже лично встретиться с президентом Российской Федерации по поводу визита, по поводу сроков, на 17-е, ну, завтра до 16-го. Будем подписывать первый этап с хорошими друзьями. Мы со всеми этими вопросами и проблемами справимся. Спасибо. Когда будет необходимость, вы посчитаете, что нужно действовать, вы можете, например, позвонить, у вас есть телефон, мы встречались раньше, там, в определенный промежуток времени, нет, раз в 2 недели давайте встречаться, если нужно раньше, давайте руки мне два, ну, память, надеюсь, вам тоже знаете. Поэтому я думаю, дела, но вот через коллег, согласованно, подготовлено, будем обратиться к вам.